Привет-привет! Вы на канале «На семи струнах Орфея». Подписывайтесь, кто еще не подписан. И сегодня будет Таро совет для вас. Карты спешат сказать. Так, это у нас уже новолуние сегодняшнего дня на завтрашний. Поздравляю также вас с прошедшим днем 8 марта, днем красоты и весны. Желаю всего самого прекрасного. Так, это у нас карта «Троечка чаша перевернулась», праздник закончился, идем в рабочие будни. Так. Семерка чаш, вы будете наполнены красотой, такое праздничное настроение, будете хорошо выглядеть. Здесь у нас на дне колоды карта Луна перевернутая. Какая-то неясность исчезнет из вас, в вашей жизни, что-то прояснится. Так, это у нас девятка чаш перевернулась. Опять еще какое-то затруднение, может быть, какое-то по эмоциям, какие-то депрессивные состояния могут еще вас преследовать. Нужно из этого выходить и стараться выходить на улицу, а не в себя. Так, карта «Кораблик» говорит вам о путешествии. О путешествии, также какая-то новость издалека, из интернета, могут быть какие-то клиенты издалека. По интернету какая-то работа наладится, может быть, у вас какая-то подработочка есть. Так, что еще? Карта «Якорь». Также вы заякоритесь после этого на своей работе или вообще будете себя чувствовать более уверенно в любой сфере своей жизни. Так, и карта «Звездочки» снова говорит о том, что ваше желание исполнится, и вы будете очень хорошо выглядеть. И карты у нас новые. Хочу дать совет. Священные создатели называется колода. Что они нам посоветуют? Идите, shift the way to new potential. Развивайте свой потенциал. Видите, такая спиралечка, она раскручивается. То есть развиваем все свои таланты. Не стесняемся, проявляем себя этому миру. Так. Одна карта. Вы живете поэтически. Может быть, кто-то здесь сочиняет стихи. И это прекрасно. Это все. До новых встреч, друзья. Пока-пока.